Утренний кофе мы продолжаем готовить вместе с Никитой Харунжей. Блюдо его авторское. Мы уже запарили кускус, обжарили лук, болгарский перец и кабачок молодой. И также у нас камбала сейчас находится на сковородке. Нам необходимо, вот как Никита сказал, ее просто припустить по 2 минутки с каждой стороны, да? Угу, все верно. Все это мы делаем на оливковом масле. Еще, конечно, фантастические запахи раздаются в студии. Тут и камбала, и перчик, и вот этот кускус такой очень своеобразный, крайне приятный запах у него. Так что поменьше сделать. Угу. Тут... кускус его необходимо долго обжаривать? Или вот... Кускус обжаривать совсем не надо. Мы его запарили, у нас готов. Ага. Мы его сейчас буквально сейчас обжарим. Просто его, чтобы смешать, да, мы на сковородку? Да, да, все верно. Также мы сливки взбили вместе с приправой. Никит, давайте уже. Все, класс. Все, отлично, давайте. Специи. Специи, это здесь какая-то специальная или можно какую-то любимую? На самом деле, специи это тмин у нас и зира. Ага, все понятно. Так, сок лайма. Лайм мы просто чуть-чуть соком, да, сверху? Да, чтобы у нас как-то так, такая вот, кисленькая получилась. Угу. Ну что, видимо, уже как-то за кадром мы сможем попробовать это творение. Но как это выглядит, вы, в принципе, уже имеете представление. Помог нам в этом Никита Харунжи, заместитель шеф-повара трактира «Кадриль». А трактир «Кадриль» – это семейное заведение, где отлично сочетается вкусная еда и приемлемые цены. Интерьер русской избы навеет вам приятные воспоминания о домашнем гостеприимстве. Территория парка Гагарина, найти их совсем просто. На лужайке перед трактиром стоит милая пятнистая корова с теленком. То есть все вот так вот. По-домашнему. А вот и пресловутая сливочная пандушка. Никита, спасибо большое, что пришел к нам, что нас порадовал, что мы обязательно прямо сейчас попробуем. Пока вот уже в финале программы.